Всем привет! Это у нас с Алиэкспресса пришел Realme 6 Pro. Цвет красная молния. Сейчас мы будем его распаковывать. Вот в такой коробочке он у нас. Доставка с магазина Tmall. Буквально 4 дня у меня шел телефон. Вот такая у нас коробочка. 6 Pro. Так, посмотрим сейчас. Да, все четко. Срок службы. Дата производства 26.08.20. Сертифицирован. Так, давайте его аккуратненько откроем. У меня ножичек был. Сейчас мы его откроем. Аккуратненько. Оп. 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 Всего он мне достался за по акции 17 399 рублей. Сейчас ее откроем. Тяжело открывается. Опа. Это у нас комплект. Смотрим. Hey, welcome to Realme Family. Добро пожаловать в семью Realme. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Книжечки. Вот он, бампер. Слушайте, ну бампер вообще мощный. Здорово. С бортиками. Очень плотный. Мне вот нравится. Я сейчас Huawei Nova 5T. Сейчас на него снимаю. В комплекте шел хлипенький бампер, он практически не защищал, у меня уже там даже дырочка появилась на стекле. Здоровско. И вот он у нас сам телефончик. И комплектик. Быстрая зарядочка, кабель, скрепка. Вот так, вот у нас весь комплект. Посмотрю зарядку. У меня еще не было никогда телефонов Realme. Это вот мой первый опыт, решил заказать. Угу. Ну, симпатично. Симпатично, конечно, все. Так. Сейчас я тогда... на телефончик мы все-таки развернем. Вернем, посмотрим, в каком состоянии у нас пришел. О, красота, красота. Да, здорово. Защитное стекло есть, наклеено без нареканий. Такой цвет. Все вообще супер. Сейчас я все-таки бампер хочу одеть. Как он будет сидеть. Вообще, ребята, супер. Вообще отлично. Просто отлично. Просто супер. Все здорово. Вот такой у нас получилась распаковка Realme 6 Pro. Дальше запилю ролик, наверное, уже включение настройки и использование его. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.